пришел. Давайте мы его быстренько откроем с вами. Посмотрим. Что-то резиновое. Я заказывал на пальцы такие штучки, которые вот шишки бывают на ногах. И вот пришли такие вот две штучки. Сейчас посмотрим. Из мягкого силикона они сделаны. Очень мягкие. Надо будет, конечно, тестировать. Вот это, по-моему, между пальцами. Они универсальные, как на левую сторону, так и на правую. 20 грамм. 10 долларов оценили. Но обычный силикон. Мягкий такой. Очень мягенький. Ну, качество неплохое. Отлит он какой-то двойной, такой воздушный. Вроде ему будет приятно. Ну вот, стоит на самом деле недорого. Что-то цену увидите на экране. Видите, они разные. Они, в принципе, одинаковые. Но они должны быть универсальны как на левую ногу, так и на правую. Ну все, спасибо за просмотр. До свидания.